Ну что, друзья, похрустим. Это вот пояснично-крестцовый сустав, крестцово-подвздошный, копчик вот. Слышал, да, там? Сейчас. Хочется тяжело. О! Ну, я не понимаю, что так можно, говорят, друзья, так было можно. А вот подвздошно-поясничный сустав тоже был. О, слышно, да, там? Эхом, что-то есть. Эхом в голове. Так. Растрясемся, как мешок с костями. И... Терпишь хорошо, да, нормально? Так, и вот теперь позвонки разжимаем. Чуть-чуть вверх. Может в голову отдавать? Ну, терпимо, да? Да. Даже на технике только для молодых используется. Так, отдало в руки, да? Да. Так, и вот тут немножко ротацию позвонков подправим. О! Все, расслабься. Ногу отдало, да? Нет. О! Ох, вот сейчас отдало ногу, да. Расслабляйся. Все хорошо, так и надо. Еще. О! Все. Теперь выдох. И еще. И еще. А, молодец. Еще раз выдох. Угу. Так, давай. Шею подправим. Сам ничего не делай, я голову на бок положу вот сюда. Так, вот так, вот так. Ага. О! Ох ты! Чего все? Страшно немножко, да? О, да. О, контрольный. Контрольный, контрольный, как раз мы атлант поставили. Да, ну, сейчас собраться умеешь тут. Двигаться незачем. О, видишь, я расслаблю само. Вот они сами. Да. Все, ныряй сюда. А мы продолжим теперь очистку колеса, выравнивать ноги. И если вы, друзья, не с нами, то много теряете. Подписывайтесь и задавайте вопросы.